Слушайте, пишет мне девочка Марина, 38 лет девочке, казалось бы, уже должна быть адекватная женщина из нее получиться как-то, но не получилось, не срослось. В общем, пишет Марина следующее, типа: Наташ, я так устала от мужского вот этого предательства мужицкого, просто нет сил. Вкратце ситуация: Марина бросила своего мужика в надежде, что он сгниет где-то наверняка. А тот, не будь дураком, нашел себе новую бабу. И Марина вопрошает теперь: Наташ, как так? Прошло всего неделя прошла, он уже нашел новую тёлку. Это как называется? Марина, это называется нормальная жизнь человеческая. Что ты думала, что он траур будет держать по вашим отношениям или что? Что вокруг тебя все вот так вот крутится, как вокруг солнца, блин, планеты вот так, вокруг твоей пизденки. Нет, какая-то другая пизда нашлась, ты смотри-ка, вот это жизнь. Еще, бабы, вы запомните, что отношения — это не тюрьма. Ну, то есть, если из тюрьмы мужик откинулся, там за ним какое-то время наблюдает, он отмечается там где-то. Если из отношений с тобой мужик откинулся, блядь, оставь его в покое. Пусть поживет хоть нормальной жизнью без тебя, тупая ты овца, блин. Вот и все, вот и все.